этот показ прошел просто великолепно. Он был прям самый-самый фэшн. Тут выступили все самые красавицы и красавцы. Показы устраиваются для того, чтобы открыть себя побольше, чтобы чувствовать себя более комфортней. Я совершенно не ожидала, что стану Miss Universe. Думала, будет какая-то другая девочка, но точно не я. Это вообще случилось так неожиданно. Ну, хотелось бы, конечно, добиться чего-нибудь хорошего, добиться там международного уровня. Пожелаю всем моделям, конечно, новичкам не стесняться, чтобы не волновались. Надо раскрываться и верить в себя. Miss Universe самый лучший.